Йоу! Всем привет, с вами Максимадзе, и сегодня у нас 18-я серия, по-моему, по Angry Birds. Мы остановились на эпизоде Red's Mighty Feathers. И вы, наверное, спросите, а какого ж фига тут все пройдено? Дело в том, что я второй раз пытаюсь это видео записать, потому что первый раз я записывал, проходил это все. У меня перед этим Windows большое обновление ставил. Десятка. И вот кто бы мог подумать вообще, что... Ну-ка, сейчас, кстати, тут можно что-нибудь сделать? Закрой. Так вот. После того, как Windows обновился, почему-то в бандикаме все настройки сбросились. И звук не записывался. Звук, видео записалось, но без звука. Поэтому придется все перезаписывать. Вот кто мог подумать, что так вот сбросятся настройки в бандикаме. Короче говоря, начинаем. Свиньи снова сперли яйца. Могучий орел сбрасывает вот такие вот красно-белые перья нашему Рэду, и он усовершенствовался. Рэд наш усовершенствовался, и он теперь может лететь с большой скоростью туда, где мы ему скажем. Даже лучше Чака, получается, он летит. Но это только в этом эпизоде именно. А вторая часть этого эпизода по-своему уникальна, блин, получилось. У нее кое-что уникальное. У нее совершенно... У второй части этого эпизода вообще прям абсолютно другой геймплей. Так, нас тут обучают, как это делать, но мы и так разобрались бы, я думаю. Хотя, наверное, вряд ли бы разобрались. И ничего, мы пройдем этот эпизод заново, потому что я вам должен просто показать, как мы проходим эту игру. Просто обязан вам показать, потому что этот эпизод реально по-своему уникальный эпизод. Могучие перья для Реда, наверное. Все остальные птицы здесь двигаются и атакуют так же, как и в других эпизодах. То есть только Рэд у нас усовершенствовался. Нет, не получится. Очень-очень-очень печально, что не получится. Так, вот сейчас получше уже. Так, хорошо. Первая часть этого эпизода, то есть геймплей, как... Геймплей такой же, как и в других эпизодах. Только Рэд усовершенствовался. А вот во второй части вообще совершенно другой геймплей. Мы обязательно сыграем в него. Так, Чак летит. Эпизод напоминает Bad Piggies игру. Здесь свиньи применяют технику из игры Bad Piggies. Ну, такой спин-офф по интервью, который про свиней. Главный герой играет в свиньи, там надо, короче говоря, с
создавать транспорт вот из таких вот деталей, которые мы вот ломаем. Как раз вот так там динамит выглядел, колесики вот эти вот были там. Блин, а вот этот свежевой остался. Очень-очень печальненько это у нас. Так, чуть-чуть не долетел. Еще раз. О, хорош. Красава. И, короче, с помощью этого транспорта в этой игре надо было до финиша добираться. Куча всяких там приспособлений вообще было. Вот такие вот шарики красные там были. Помню, играл, конечно же. Вот такой вот моторчик, пропеллер, все там было. Я думаю, мы в эту игру обязательно поиграем. Точнее, мы обязательно в нее поиграем. Куда же мы делимся? Так, теперь баблса бросаем сюда. Так, в этих штук Bad Piggies не было, это с этой игры. Они, короче говоря, всасывают в себя любой объект. Птицу он может засосать сюда. Их можно также использовать в качестве вот таких вот полетов там. И они могут уровень еще разнести. Полезные вещи, только надо осторожно стрелять. Вот птицу всасывает. Все всасывает в себя эта штуковина. Вот на этом уровне спрятано яйцо. Вот здесь моторчик на этой веревке специально висит. Если его сломать, надо чаком вот так вот. За вот этим, чтобы он вот так сюда держится, и сбить этот моторчик, короче говоря, веревку обрезать, он упадет и сломается. И тогда и мы получим яйцо золотое. Я его получил, потому что я это записывал. Пытался записать. Долго мы достаточно пытались его добить. Яйцо поймать. Ну, ладно. В этот раз так много времени это не займет, ведь мы делать этого уже не надо. Мы вот были за кадром. Спасибо мне, конечно, что без вас прошел вот этот эпизод. Я его перепройду, конечно же. Просто вот так вот получилось. Ну откуда я мог знать, что бандикам все настройки сбросятся? Вот этот вот шарик в Bad Piggies его не было, но вот этот шарик пурпурного цвета особенный. Его нельзя лопнуть ничем. Он как вот он такой же, как вот эти сосиски, вот эти непонятные, которые как бы броню создают. Этот шарик такой же бронированный, как и эти сосиски непонятные. Вроде я что-то стал проходить быстрее. Когда я пытался первый раз записать это видео, я, по-моему, 16 потратил на это. А сейчас... Плюс еще лицо, конечно. Блин, вот эти пузыри штука надувает. И птица попадет в них. Надо попасть в динамит. В Bad Piggies пузырей тоже не было, так как там нужны были, в принципе. Сейчас бомбанет, наверное. Нет, к сожалению, не вышло. Пока сейчас попробуем подбить еще раз. Давай маленького этого. Нет.
Нет, не получится нам. Нет, это бесполезный удар получился. Тоже не очень хорошо получилось. Так, пузыри лопнутся, конечно. Блин, ну вот остается один пузырь. Не добьюсь, все время получается. Сзывайся. Так, ну вот. Так, это по-моему... Да, так, блин. 12-й уровень. Так, вот этот шарик, честно говоря, больше на боксерскую грушу похож. В таком образе. Так, вот здесь я не сразу понял, когда проходил это закрытым, что можно эту штуку избавиться от этой штуковины и тогда вообще не нафиг разнесет. Так. Не получилось. Сейчас еще раз попробуем. Давай. Так, красава. Ну какого фига ты? Как так-то? Ты что взорвался-то сразу? Блин, вот если бы он не взорвался, мы бы сейчас прошли бы. Сразу вот так вот выглядит. Так, вот это последний уровень с первой части. С первой части вот это как сделали. И у нас тут вот такой вот очкарик. Понял. Не вышло, ну ладно, сейчас. Последний удар у нас. Нет, ты посмотри, блин. Прям в пузырь. Откинули. Такие ломаем. И этот взорвался. Вот этот взорвался. Давай, толкни, ну ё-моё. Yeah!
вот это и все. За 14, за 15 минут прошли первую часть. Так, очкарика избили. Яйца вернули. Но ненадолго. Так. Бонус Egg Defender. Начинаем. У этой второй части... Короче, избили, но яйца... Пока мы с этим... Пока с этим разбирались, яйца подхватили. Ред выбил одно яйцо. Но свиньи отправились его, короче говоря... забирать себе. К сожалению, у этой... К сожалению, почему-то здесь не на полный экран. В этой части второй вообще другой геймплей. Сейчас, короче говоря, объясню, в чем суть. Флажок появился. Вторая часть вот эта вот с уникальным новым геймплеем появилась и раньше, чем первая часть, которую только что мы прошли. Свиньи тут нас убегают. Да, сохранить. Свиньи, короче говоря, вот за вот этим вот яйцом на транспорте своем. Из Bad Piggies на транспорте, короче говоря, идут, чтобы забрать яйцо. Как только они забрали яйцо, они тут же удирают вместе с ним. Мы должны помешать свиньям яйцо наше стащить. И звезды здесь уже не в зависимости от очков. Первая звезда у нас обязательная будет. Если не будет ни одной звезды, то мы проиграем. За то, что сохранили яйцо, дают первую звезду. Ну, понятно, если свиньи утащат яйцо, мы не сохраним, то мы проиграем. Вторая звезда нам дается, если мы убили всех свиней, что были на этом уровне. Ну, просто свиньи, если транспорт мы сломали, то свиньи могут уйти от нас туда. Если они уйдут, то мы, получается, не всех свиней убьем, и вторую звезду нам не дадут. И третья звезда нам дается, если мы... вот 7 на этом уровне, до 7 птиц можно запустить. Если мы больше 7 птиц запустим, то мы не получим третью звезду. Также третью звезду мы не получим, если мы не получим вторую. Если мы убьем не всех свиней, то третью звезду мы также не получим. И свиньи вот у нас находятся за транспорт. Вот транспорт. Куда полетел? Даже он музыку играет. Флажок появляется. На этом уровне по нескольку транспортов. После того, как мы уничтожим каждый из них, будет сохраняться флажок. И если мы проиграем или какую-нибудь ошибку допустим, то можно нажать на флажок этот и начать уровень с того транспорта, на котором мы остановились. Захватывают яйцо, они издают смех, как из боты есть смех. Смех там также. Так, видите, транспорт сломался, и свиньи от нас уходят. Если свинь уйдет, то вторую звезду нам не дадут уже. Так, сохранили яйцо, получили одну звезду, убили всех шестерых свиней, получили две звезды. Меньше 11. Птиц запустили и получили третью звезду. Собственно, прекрасно. Птицы только здесь можно играть за Реда. Усовершенствованного Реда. И они бесконечны. Проиграем мы здесь, если свиньи тащат яйцо. Сосиски эти прям. Правда, помню, после обновления
когда добавили первую часть, да вот этот Никана Динкан сделали второй частью, которая уже... сейчас начинает лицо звезда вот тут так мигать, так сказать. Наше лицо в опасности. Ладно, не будем смотреть на это, и так понятно, что мы получили 3 звезды. Значит, что, лоб на шарик? Падает с большой высоты, то он использует ноги. Ноги помогут сломать. И когда свинка, если падает на большой высоте, то есть он умрет. Так вот, короче, я сказал бы. Обновление тогда вышло, когда добавили первую часть жира и сделали вторую. Тогда там появился баг, который геймплей портит. Сосиски перестали быть бронированными. Если в них стрелять кизами, то он без проблем через сосиски их пробивает. И дерево, и металл, и вообще все. Сосиски там вообще бесполезные. О, он сдох, он упал, отлично. Яйцо само закатывается, само прыгает, не сдох. Ладно, мы добили 3 звезды. Получили 3 звезды, это и так понятно. Вот эта всасывательная штука может также всосать яйцо. И слизи. Смотри. Рано радуйтесь. Он что-то сделает. Сосисок не было там. Да что тебя? Блин, я вообще слышал, что не добыл третью звезду. Или да, а может добыл? Нет, наверное, добыл. Добыл, пошли с добыл. Если мы попадем, то добыл. Да, получилось. Мы максимальное количество птиц запустили. Значит, получим 3 звезды. Да, вот реально, из Бэтпиги я спал, да, всего взяли. Прикольно, что вот мне реально нравится этот эпизод. Что такое? Так, ё-моё, ну что такое? Так, пауза небольшая, тут у меня есть одно маленькое. Короче, шип стенку за кадром. Пришлось все ставить заново. Так, в общем, продолжаем. Так, вот эта вот штука пузыри пускает, короче, у нас. Нет, топ. Давайте по новой. Собственно говоря, попробуем. Нет. Я хочу, чтобы он заменил меня. О, развалилось.
все, она развалилась, только динамик жалко не взорвался. Блин, куда ты? Так, опять шарик. Минус, который невозможно уничтожить. Стоять на них. Вот так. Так, вот эта вот штука. Динамит, к сожалению, сейчас оторвался. Best написано. Да, мы за кадром. Когда бандикам работал неправильно, когда звук не записывал, я не могу пройти лучше, чем сейчас. К сожалению. Сломать ракетку. Только стоит, давай по новой. Ракеты вот такие вот у нас, короче говоря. Тоже в Бэтпигиксе, помню, были такие ракеты. Все, дальше не полетит. Собрался, а ну стой. Отлично. Давай, тишечку. Да что такое? Ну как мне идти попасть? Да, и, кстати, я говорил, что есть баг, который... Был баг после того обновления, когда добавили первую часть в этот эпизод, что сосиски бесполезные были. Так вот, здесь, когда... Этот свин, короче говоря, падал вот так вот вниз, он сразу же, он сам разбивался сразу же. Никаких птиц не узубили, это... Угарно вообще было, как это угарно как-то было вообще. Угарно я перед этим. Ну сейчас, к счастью, этот баг исправили. Тебе. Так, штука, которая стреляет какими-то желтыми помидорами. Уворачиваться, если петель вот горит у нее вот сзади, то есть, то у нее шанс гораздо больше у нас попасть. Блин, вот эти куски мешают. Да, вот если бы не эти куски, я попал бы. Он с отскоком тоже неплохо. Вова взорвался в воздухе.
Максимальный лимит, между прочим, 10 из 10. Я имею в виду, третья звезда вот эта. Только хуже себе сделал, так вот это вот сейчас поднимется, да я помню. Здесь, наверное, бомбанет. Так, тут шарик надуется сейчас. Надо его, короче, взорвать. Да, надуется. Так, с первого раза не получилось у него. А со второго раза не спорно. Кусочков я сейчас не сумел его загасить. Да, вот эта штука опускается. Прикольная эта штука. Опускается, чтобы захватить груз. Что это за робот? Непонятно. Да что такое? Две звезды не получили, я помню. Так, вот тут надо, короче говоря, шибить шарик, и динамит упадет, и бомба не взорвется. Да, ты выстрелил. Я помню, если он захватит лицо, он с помощью расследования туда уедет. Так, опять я хуже сделал. Так, если мы выстрелим, то каждый жить из... по очереди будут шарики надуваться. Поэтому мы не будем это делать. Шарик первый очень просто. А, ну это. Так, ждем, когда шарик надуется. О, вовремя.
Очень вовремя я сейчас выстрелил. Зачем они динамит вообще суют? Им же он никакой пользы не приносит. Это пользу приносит нам, птицам. Вот этот тоже, когда падал, после обороны, когда появился, тоже дох из-за динамита. Взрывался. То, что сосиски не помогали там. Сосиска не мешала совсем. Нет, эта штука мешает. Эта штука мешает. Надо стрелять пропеллер. Тут иначе никак просто. Вот свинья с яйцами увидела. Где-то хрень помешала. Она вместе с ним как будто туда шла. И защищала его. Вот что. Защищала свинья. Опять best of the best, бля. Будет у тебя зонтика. Так, эта штука в любом случае закроется сейчас. Так, эта штука мешает. Опять эта штука, короче, его защищала. Но не тогда, когда было обновление с багом, с сосисками. Так, а вот и последний уровень, наконец-то. Yeah!
Да. Стой ты, блин. Свиньи катапультировались, блин, а яйцо улетело туда. Усач, блин, усач. Да постой ты. Ай, господи, сложно. Стой, куда собрался? Все, наконец-то. Две звезды, короче. Так, этого мы, короче говоря, побили. Но два яйца все равно там остались, и никакого продолжения нету. Дальше. Ну что ж, у нас осталось всего два эпизода пройти. Так, это наши золотые яйца, которые мы понасобирали. Проходить мы дальше будем все это дело в следующей серии. А пока что всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Также подписывайтесь на запасной канал Глумазы, он скоро начнет свою работу, и также вступайте в нашу группу ВКонтакте. Всем пока, с вами был Максим Мадзе.